Доброе время суток, уважаемые зрители. Добро пожаловать на канал «Садовые посиделки». Канал, посвященный всему, что связано с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в гостях у садовых посидел гость, чье имя удается выговорить не с первого раза. Итак, встречаем клеродендрум. К роду клеродендрума относятся около 400 видов семейства вербеновые. Распространены преимущественно в тропической Азии, Африке, частично в Южной Америке. Самый распространенный, конечно же, вид, который чаще всего выращивается в домах и квартирах, это клеродендрум госпожи Томпсон. Но его так длинно, конечно, не называют, обычно его сокращенно клеродендрум Томпсона. Это полулистопадная быстрорастущая лиана, растет в тропических влажных лесах Гвинеи, Конго, Нигерии. Под открытым небом растение может достигать до 4 метров длиной. В комнатных условиях, конечно, размер и величину растения формируют с помощью обрезки, одесневевших побегов. Усов и присосок у клеродендрума нет, поэтому вертикальные побеги, очень длинные, когда рекомендуется подвязывать к опорам, если вы выращиваете это растение в виде лианы у себя дома. Период покоя для клеродендрума примерно ноябрь-январь, с конца января полив уже нужно увеличить, так как он очень любит воду и подкормки. Просыпаясь, клеродендрум выпускает первые листочки. Когда они еще вот очень маленькие, вместе с ними появляется первый бутон. В это время новые листья не появляются. Все силы растение отдает цветам. По мере того, как цветы прекращают расти, то есть красные вот цветочки опадают, а белые предлистники еще остались, растение намечает места, откуда пойдут молодые побеги. Через некоторое время начинает активно расти. Цвести клеродендрум может очень продолжительно, с весны, где-то по октябрь. Но при отсутствии периода покоя растение просто может не зацвести. Клеродендрум не переносит сухой воздух, центрального отопления. Поэтому зимой, где-то начало декабря, а до апреля, лучше, конечно, держать в прохладном месте. Таким образом вы делаете период покоя растения, в это время может полностью скидывать листья. Весной его желательно пересадить в свежую землю и поставить в более теплое место. Во время пересадки побеги у клеродендрума Томпсона обрезают на 1/3 длины. Это стимулирует обильное ветвление и дальнейшее цветение. В период зимнего покоя поливаем редко и осторожно, хотя земляной ком не должен пересыхать, а вот с весны до осени клеродендрумы поливают очень обильно, мягкой, отстойной водой. В перерывах между поливами верхнему слою почвы дают подсохнуть. Вот этот вид растений очень чувствителен к сухому воздуху и нуждается в регулярном опрыскивании водой. Кроме этого, желательно, конечно, размещать горшки с растением на поддонах, наполненных влажным керамзитом или галькой. Вообще, все виды клеродендрума очень светолюбивые растения, но они не переносят прямые солнечные лучи. Лучше растут, конечно, у западных и восточных окон. У окон южного направления обязательно необходимо притенять растения от прямых солнечных лучей. А вот у северного окна растение просто может не хотеть света, и оно у вас не будет цвести. Вот, допустим, мое растение уже находится примерно в процессе отцветания, потому что большинство цветов уже отсохли, если вот вы посмотрите. Сами цветы красные, вот их осталось совсем немного. Цветники только остались. Вообще это растение интересно еще тем, что в процессе цветения предцветники этого растения меняют свой цвет с белого на светло-розовый или фиолетовый, что практически наоборот преображает растение. То есть само цветение этого растения, конечно же, красиво, напоминает красные бабочки, но вся красота клеродендрум Томпсона в том, что оно практически полгода стоит бело-розовое. Вот зелени, конечно, зелень очень пышная. Вот я, допустим, формирую свое растение все-таки в виде куста, потому что очень тяжело формировать в виде лианы, нужны очень высокие опоры. Растение очень быстро растет, особенно начиная где-то с мая месяца. То есть, когда цветение прекращается и оно начинает очень
быстро расти, не успеваете его формировать даже. Поэтому, когда вы его обрезали, оно, конечно же, лучше у вас зацветет первые годы. Но люди, которые выращивают этот растение в оранжереях, все-таки рекомендуют не обрезать его, потому что когда растение достигает очень высокого роста, цветение, конечно же, у него обильнее. То есть цветоносы намного больше, длиннее, они прям спускаются вниз, очень красиво цветет. Это растение очень любит подкормки, поэтому после того, как растение выходит из спячки, растение нужно регулярно подкармливать 2 раза в месяц общими подкормками для цветущих растений. Земля должна быть питательная, горшок должен быть большой, потому что растение все-таки это лиана, оно растет вверх, нужна опора, поэтому горшок нужен большой. Желательно, конечно же, пересаживать это растение каждый год, но или хотя бы менять верхний слой почвы. Вот, допустим, у меня это растение все-таки тоже влажную среду очень любит, как и все клеродендрумы. И поэтому я нашел выход. Я положил на дно горшка мох сфагнум, и он препятствует сильному испарению воды, потому что поливать летом в жару иногда его приходится, конечно же, 2-3 раза в неделю даже, потому что листья начинают сворачиваться, растение начинает показывать, давать все признаки того, что ему не хватает воды. Еще одна проблема, с чем вы можете столкнуться, это пожелтение листьев. Вот я перед тем, как начать семьемки, обрезал, конечно, чтобы растение было очень более красивое, но у меня были вот такие листья. Они стали очень светлыми. Вот если вы видите, отличия, конечно, колоссальные. Это значит, что растению не хватало подкормок. То, что я его очень мало кормил, пожалел его, не усмотрел, и поэтому растение начало подавать сигнал, что ему не хватает питательных веществ. Вот эти белые листья. Размножается клеродендрум Томпсона очень легко, без всяких проблем. То есть вы срезаете верхний побег, желательно, чтобы он уже был одесневевший, более жесткий. Срезаете на расстоянии примерно 15 сантиметров, вот такого хватит. Срезаем. Ставим в воду, и в течение 2-3 недель он очень быстро укореняется, и сажаем в почву. Почва должна быть очень рыхлой, питательной, и растению очень нужно много места. Конечно же, можно посадить в один горшок несколько растений, чтобы, вот у меня, допустим, растет сразу три растения в одном горшке, тогда растение получается более пышное, очень красиво цветет. И радует практически круглый год своим цветением. На зиму, конечно же, все-таки лучше растение отправлять в спячку, ставить его все-таки на светлое место, но прохладное, подальше от отопления центрального, чтобы растение ушел в спячку и проснулось только весной. Когда, если у вас все-таки есть возможность поместить растение в прохладное место, тогда вы его поливаете значительно меньше. Если у вас нет возможности поместить растение в прохладное место, и вы ставите просто там, где есть окно, и возле батареи, то вы поливаете его так же, как обычно. И напоследок, я бы хотел сказать, чтобы вы не боялись и выращивали это замечательное растение клеродендрум. Хоть многие предвзято относятся к лианам, но все-таки есть возможность сделать из этого растения красивый, цветущий полукустарник с помощью обрезки. Выращивайте, не бойтесь, экспериментируйте. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих выпусков. Всем пока!